Как телохранители, вы должны владеть базовыми навыками рукопашного боя. Сегодня у нас занятие по боксу. Занятие боксом. Может кого-то ранить. Говоришь так, будто уже кого-то покалечила. Что ты имеешь в виду? После кучи раундов ты так и не смогла нанести мне вред. Тихо! Джан Янь, Гуан Сяоди, выйдите! Похоже, вы обе готовы сегодня драться. Я дам вам сегодня эту возможность. Вы обе против одного инструктора. Люша, будь осторожна. Они обе довольно сильны. Чего мне опасаться? Это ты будешь драться, а не я. Хорошо. Двое против одного, разве это честно? Нечестно, тогда. Я добавлю к вам еще двоих. Лян Давэй, Цзюй Лян, шаг вперед. Четверо против одного, инструктор. Вы шутите? Разве похоже, что я шучу? Вспомните о том, как вы вчера ползали в грязи. Не выспались, не наелись. Вы меня ненавидите? Если так, то атакуйте. Сяоди! Двадцать пять секунд. Я знаю, что у каждого из вас свой характер. Не важно, что вы делали раньше. Не важно, были ли вы чемпионом по боксу или солдатом. Сегодня для меня вы всего лишь 25 секунд. Поднимайтесь. Знаете, почему вы с треском проиграли? Потому что никогда правильно не тренировались. Хоть вы и знаете много приемов, они бесполезны. Навыки нужны телохранителю не для показухи или рассказов. А чтобы сражаться, подумайте об этом.